Добрый день. Меня зовут Наталья Старцева. Я генеральный продюсер продюсерского центра «Континентальный стиль». Наш продюсерский центр занимается многими разными интересными проектами. Я не хочу сегодня все их озвучивать. Сегодня я бы хотела поговорить об основном направлении нашей деятельности. Это развитие детского кино и телевидения в нашем городе. Мы занимаемся этим направлением уже достаточно давно, несколько лет. Участники нашего продюсерского центра изучают специальные дисциплины, которые с этим связаны, такие как актерское мастерство, сценическая речь, тележурналистика, телережиссура, работа перед камерой и так далее. Мы являемся давнишними друзьями и партнерами Института телевидения и радиовещания Останкино, который находится в Москве. Мы осуществляем с ними совместные проекты, но прежде всего мы летаем туда с ребятками на стажировки. Вот недавно мы вернулись из очередной стажировки. Программа этой стажировки была чересчур насыщенной и интересной. Преподавателями этого института являются многие звезды нашего медиапространства, а также люди очень высокого профессионального уровня мастерства. Наша программа стажировки недавняя состояла из нескольких блоков. Прежде всего, это были занятия, те занятия, которые проводятся непосредственно в самом этом институте. Это занятия актерским мастерством, видеоблогингом, тележурналистикой и психологией. Вторая составляющая нашей стажировки, это была часть экскурсионная, в рамках которой мы побывали непосредственно в самом телевизионном центре Останкино. Мы побывали на Останкинской телебашне и мы посетили, конечно же, Кремль, сердце России. И третья часть нашей стажировки, третья составляющая, это был мастер-класс от достаточно известного диджея, великолепнейшего телеведущего, которого знают практически все, Александра Анатольевича. Для наших ребят это очень хорошая школа. Прежде всего, это для них повышение мотивации. То есть они должны видеть цель, почему они должны стремиться, в каком направлении они должны идти, как они должны развиваться. Для того, чтобы стать коллегами этих людей, сейчас являются преподавателями. Задача моего продюсерского центра прежде всего детей научить чему-то, и чтобы в дальнейшем они смогли выйти в профессию, стать мастерами телевидения, уметь работать в кадре, уметь себя подать. Главное, чему я их хочу научить, это научить учиться. Потому что мы живем в достаточно динамичное время, постоянно все меняется, постоянно нужно переучиваться, постоянно нужно перестраиваться, адаптироваться к каким-то новым условиям, новым приметам времени, так скажем.
Поэтому для детей самое главное понимать, что происходит вокруг, и уметь прислушиваться к голосу времени, уметь каким-то образом адаптироваться к этим переменам для того, чтобы быть всегда актуальным, для того, чтобы быть всегда на волне современности, так скажем. Вот этому детей я учу прежде всего. А секретами мастерства с ними, конечно, делятся очень опытные педагоги, те, которые сами владеют своим мастерством достаточно, в очень достаточно высокой степени, и к тому же мы имеем возможности, мы этому очень рады, что мы имеем возможность общаться с суперпрофессионалами, которые тоже с большим удовольствием рассказывают все это нашим участникам, учат их всему, вплоть до каких-то малейших нюансов. Мы очень рады, что недавно куратором этого направления нашего продюсерского центра стал корреспондент Первого канала Антон Исюков, который также является преподавателем Института телевидения и радиовещания Останкино. И во время наших стажировок он также является преподавателем у наших детей такого предмета, как тележурналистика. В этот раз, во время этой стажировки, наши ребята устроили ему просто допрос с пристрастием, потому что они уже достаточно давно всем этим занимаются, и у них появились вопросы чисто профессионального характера. Например, как вы записываете стендапы, когда солнце светит прямо в лицо? Или, например, как вы работаете в эфире, когда, например, вам хочется кашлять? И вот Антон очень подробно отвечал на все их вопросы, то есть делился секретами мастерства, как вот, например, выйти из той или иной ситуации, то есть как вести себя, когда сложились вот какие-то определенные обстоятельства. И он как просто очень уже большой профессионал, несмотря на то, что это достаточно молодой человек, ему всего 27 лет, тем не менее, это уже достаточно опытный корреспондент, очень талантливый, очень обаятельный человек, и мы рады, что он стал нашим куратором, и мы очень рады, что мы имеем возможность с ним общаться и у него учиться многим вещам. Александр Анатольевич сказал во время мастер-класса нашим участникам просто замечательные слова. Но он сказал, что профессионализм достигается прежде всего очень упорным, интенсивным трудом. Постоянно нужно учиться, постоянно нужно работать над собой, постоянно нужно стремиться к саморазвитию, к самосовершенствованию. И не нужно быть равнодушным человеком, нужно быть, он это называет, жадным человеком. Нужно проявлять максимальную жадность, то, что касается твоей профессии. Нужно ходить на какие-то мастер-классы, нужно узнавать что-то новое, нужно общаться с людьми, нужно повышать уровень квалификации и так далее. То есть нужно стараться максимально вобрать все, что только тебе может дать жизнь вот, в плане твоей профессии, в плане твоей работы. Александр Анатольевич сказал, что равнодушных людей, тем более в этой профессии, ну просто нет и быть не может, потому что эта профессия достаточно заразно, что ли. То есть человек, попав один раз на телевидение, он заболевает этим, заражается просто на всю жизнь. И равнодушный человек, ну, это в данной профессии это абсолютная профнепригодность. Он тоже поделился секретами своего мастерства, много чему научил наших участников. Я думаю, что они все это поняли, что они все это восприняли, что их мотивация достаточно существенно повышена, и я сейчас от них жду каких-то вот высоких и более лучших результатов. Ну вот, как коллега, так сказать, ваших тренеров, потому что я тоже работал много лет на телевидении, ведущим прямого эфира, и был коллегой вот Наташи Багуновой, с которой вы только что до эфира общались, да, рассказывали мне. Да. Вот неплохая идея привести ваших детей к нам сюда, чтобы они вели эфиры и приглашали в качестве гостей, ну, например, для начала наших пермских телевизионных звезд и радиозвезд, да. Радиодиджеев. Почему бы нет? Да, да. Почему только останкинские звезды? А разве пермские не профессионалы? Они тоже в своем деле профессионалы.
Да, я не против этой идеи. Я думаю, что мы с вами совместно это скоро все осуществим. Ну и вот про работу в кадре и так далее. Вот вы сказали, что в чем секрет успеха телевизионного работника искусств, как говорил Карлсон? Точнее, Фрекенбок. Упорство или талант? Что важнее? Ой, вы знаете, вот обычно, когда задаешь вопрос звездам нашего медиаэфира, они обычно отвечают так, что 1% таланта и 99% труда. Ну, еще удача может быть, да, потому что человек может быть талантливым, но не зацепил его продюсер в свое время, не увидел, не взял с собой в другие проекты и не вырос. Вот я помню, когда я мечтал работать на ТВ, потом эта мечта, кстати, прошла, это ведь такой проходящий этап жизни может быть, да? Я посмотрел фильм голливудский конца 90-х годов, называется «Близко к сердцу». Не слышали про такой фильм? Нет, к сожалению, обязательно нет. Посмотрите, может быть, вместе с детьми. Это любовная история, производственный роман в телевизионной студии. Роберт Редфорд играет продюсера, который увидел талант в девочке из провинции, из какой-то, не знаю, Оклахомы, не знаю, да, которую играет, тоже голливудская звезда. В общем, и он увидел в ней ее будущую. И она стала номер один потом, как наша Сорокина в свое время, да, вот не знаю, вот в новостях. Понимаете, как важно найти такого человека? Ну, вы такой человек для своих ребят, детей? Я надеюсь, что да. Вы сами в кадре не сидите, вы находите им тренеров таких, да? Да. Я считаю, во-первых, что каждый должен заниматься своим делом. А во-вторых, я прекрасно понимаю и осознаю, что, к сожалению, сейчас ситуация у нас и в том числе в медиапространстве российском такова, что звезда и человек-профессионал, человек-мастер своего дела, к сожалению, это далеко не всегда одно и то же. Я не буду сейчас называть профессии, имена тех телеведущих, которые совершенно не являются профессионалами, мастерами этого дела, и даже понятия о нем никакого не имеют, их все прекрасно знают, мы все это все видим. Я считаю, что это все просто как мутная вода, это все уйдет. И своим участникам, своим воспитанникам я говорю о том, что нужно стремиться именно стать профессионалом, овладеть своей профессией на очень высоком уровне. Только тогда вас будут воспринимать как достойных людей, и наши нынешние преподаватели вас будут воспринимать как своих коллег. Вопрос, что такое профессия телеведущего? С одной стороны, это сценаречь, да, он должен красиво говорить. Угу. С другой стороны, это мозги и талант. Да, и безусловно. Эти мозги могут приобретаться и как от природы, а также, не знаю, в любом из вузов, не обязательно заканчивать журфак по ним, вовсе даже не нужно. Да, вот, и вот как найти, увидеть в детях 9-10-летних вот эту искру таланта? Или вы всех к себе берете? Потому что все-таки это школа платная, тренера дорого стоят, это не секрет. У нас организация некоммерческая. Никакого зарабатывания денег на этом не происходит ни в коем случае. То есть я изначально создавала этот проект не для зарабатывания денег, а именно для того, чтобы у нас все-таки в нашем миллионном городе наконец-то это появилось. Потому что я считаю, что Пермь – это, наверное, единственный из городов-миллионников, в котором просто нет ни детского кино, ни детского телевидения. И кто-то же должен сделать первый шаг, кто-то же должен этим начать заниматься. Это, во-первых. А во-вторых, изначально я беру всех, я даже не провожу отбор в виде кастинга, потому что я считаю, что ребенок, который понятия не имеет о таких дисциплинах, как актерское мастерство, сценическая речь, работа перед камерой, тележурналистика, он просто никогда этим даже не интересовался и никогда этого не изучал, потому что в школе этого не преподают. Что он может показать на кастинге? Практически ничего. Я считаю, что ребенка нужно сначала этому научить, а потом уже будет видно, как он это может воспринимать, как он это в дальнейшем может использовать и насколько он талантливо это применяет. Например, одна из моих воспитанниц, Лера Вильсова, она полтора года уже проработала в качестве корреспондента программы «Поколение Next», которая была с сентября 2014 года по
январь 15-го, по-моему, да, полтора года она существовала, и Лера работала от и до в этой программе в качестве корреспондента. И также вот во время нашей недавней поездки в Останкино я услышала очень лестные оценки и от преподавателей, и от руководства этого института. Они сказали, что вот у вас очень хорошо подготовленная девочка, и она уже готова участвовать в профессиональных проектах. Мне как наставнику, как руководителю этого проекта, это очень приятно. Если я хотя бы человек 10 подготовлю, выведу в профессию, выведу на должный, достойный уровень, я буду считать, что я не зря прожила свою жизнь, и моя миссия выполнена. Ну, Наталья, в советские времена и в позднесоветские, постсоветские, значит, как раз мои редакции, в которой я работал в прямом эфире, там были родоначальники нашего пермского именно детского телевидения, они работали в 90-е годы, 80-е, 90-е, да. У них были еженедельные детские программы монтированные, они своих звезд находили. То есть это все было, но это ушло. Действительно. Я вот об этом говорю, что вот мы, сейчас этого на данный момент нет. На пермских телеканалах как-то да, не видно. Да. И главная проблема в том, вот насколько я поняла из моего общения с пермскими телевизионщиками, что основная проблема в том, что нет подготовленных детей. Потому что работа с детьми достаточно специфична. Ну, до недавних пор еще нельзя было рекламу давать в детских программах. Сейчас вроде разрешили. Угу. То есть можно искать спонсоров. Потому что детские программы не могут работать без спонсоров, или не могут работать на гранты от власти, значит, или вот от спонсоров программы детскими товарами. Вы знаете, даже достаточно легче, я считаю, найти спонсоров для какого-то проекта, в том числе телевизионного, чем подготовить детей. На это уходит очень много времени, очень много сил, очень много разного плана затрат, в том числе и моральных, и каких угодно. Ну, а какова вот, значит, моя коллега в эфире, Елена, вон сидит сейчас за кадром, обычно я за кадром, она в кадре, спрашивает про миссию. Я тоже люблю про миссию спросить. Ваша-то миссия какова? Кроме того, что вы сводите их с талантливыми тренерами и сами заряжаете их своей энергией. Ведь надо какой-то продукт создать, как рано или поздно, да, что-то. Или это будет что, детский телеканал в интернете, или что это будет? Как вы себя видите, визуализируете? В идеале, конечно, я вижу какую-то детскую программу, а может быть, которая в дальнейшем выльется в детский канал. Но пока я не заглядываю так далеко вперед. А откуда вы в это пришли, вот в эту свою миссию? Чем раньше занимались до этой идеи своей? Ну, я вообще всю жизнь была связана с шоу-бизнесом. Я родилась в такой семье. Мой папа профессиональный музыкант. Он живет в Москве и занимается сейчас организацией и концертной, и гастрольной деятельности для всех наших звезд отечественного медиапространства. То есть я вот всю жизнь, так скажем, со дня рождения находилась вот именно непосредственно в этих предлагаемых обстоятельствах. И увлеклась я именно детским направлением после того, как меня пригласили возглавить студию «Ералаш» в Перми. То есть я была назначена исполнительным продюсером. И ну, после франшиза этого, такая, да, получается, да, да, сеть школ по России, да, под да, их брендом. Школ. Да, по России, и я возглавила студию «Ералаш». И только после этого я поняла, что в Перми ситуация просто катастрофическая с детским кино и телевидением, и здесь нужно что-то делать. Ну вот при разных школах существуют детские ТВ и киностудии, да, то есть это все есть. Да. Но я думаю, что вы имеете в виду все-таки скорее такое развлекательное телевидение, да, раз вы видите себя в шоу-бизнесе, то есть это детский шоу-бизнес, развлекательное ТВ, это не какая-то журналистика расследования, это в первую очередь дети ведут развлекательные программы некие такие, да, или что, или научные, или какие? Вы знаете, наши участники интересуются достаточно разными вещами. Например, одна из наших участниц интересуется в основном криминальной хроникой. И она постоянно готовит сюжеты, стендапы, подводки, все, что связано... Сколько ей лет? Ей 15. Ну, ей уже можно, да? Да, и она вот почему-то вот именно этим направлением интересуется. Большинство наших участников, конечно, интересуются развлекательным телевидением. Им интересны какие-то вот вещи из сферы там бьюти, из музыки и так далее. То, чем интересуется современная молодежь.
Но мы строим свое преподавание на классике, на классических фундаментальных образцах. Это, конечно, информация. Наши преподаватели по тележурналистике, по работе телеведущего и так далее, по другим телевизионным дисциплинам, строят свои занятия так, чтобы дети учились все-таки на классических образцах. А классика – это все-таки информационная программа. Ну, это как раз самое сложное. Да, это самое сложное. Самый сложный жанр. Mm-hmm. Я сам несколько раз учился в телевизионных школах. Понимаете, там собирали лучших журналистов со всей России, с телекомпаний региональных, да. И оказывается, проработав несколько лет корреспондентами новостях или ведущими спецрепортажей, мы все очень плохо это делаем, понимаете? То есть там такие высокие образцы есть. Да. А чему можно научить детей? Вот только, ну, как бы зарядить их, может быть, какой-то их жизненный будущий путь, они запомнят в будущем это, что вот, или как? Потому что вот, я не знаю, научить их говорить в кадре красиво можно, может быть, да, за серию занятий. А вложите мозги в голову, это вот именно этим я и занимаюсь. А именно сейчас я считаю, что в этом возрасте закладываются все основные знания, умения и навыки человека, которые он будет использовать в дальнейшем. Ну вот как воспитывают спортсменов с детства, как воспитывают балерин, как воспитывают, ну, я не знаю, актеров, музыкантов и так далее. Вот я считаю, что точно так же нужно закладывать и эти знания, умения, навыки именно в этом возрасте. Я их заставляю читать книги, я их заставляю заниматься речью. Многие очень наши занятия, тренинги направлены на развитие фантазии, на развитие воображения, на развитие мышления, речи и так далее. То есть для того, чтобы ребенок понял, как ему нужно развиваться, в каком направлении идти, чтобы в дальнейшем выйти на должный, нужный уровень. Вот еще один момент. Я заметил, что, значит, вашим ребятам и вам, по-видимому, да, нравится все-таки общаться именно со звездами больших каналов. Да. То есть это естественное желание. Ребенок должен почувствовать себя в эфире большого канала. Но как это обеспечить на практике? Потому что даже в Пермске прямой эфир, у нас очень мало прямого эфира, кстати, в Перми, на пермских телеканалах. Новости в основном и все. Да, мало программ, там, да. Герой дня, там есть такие, да, рубрики, да. Угу. Соответственно, там детей не пустят туда, вот. И как это сделать? Ну вот, только вот интернет, каждый может сейчас сесть у себя в гостиной, в офисе и вещать в интернете. Но это маленькая аудитория. У нас аудитория в сравнении с телевизионными каналами очень маленькая. У нас мы, в лучшем случае, сотни человек могут посмотреть. Обычно там десятки, сотни, вот так, да. Вот, а детям важен какой-то масштаб, потому что вы их разбаловали Останкино, вот. Как им создать вот эту вот настоящую драматургию прямого эфира? Мы можем ее здесь им изобразить в нашей интернет-ТВ-студии, но это масштаб не тот для детей. Они привыкли к большой башне. Да, привыкли, но это для них путеводная звезда прежде всего. Я человек достаточно реалистичный, и поэтому я и детей приучаю мыслить реально и то, как актуально думать так, как это актуально на данный момент. Я им говорю, что вот, это ваша цель, к которой вы должны стремиться. Но для того, чтобы достичь этой цели, вы должны сделать то-то, то-то, то-то и то-то. То есть это очень тяжелый труд, прежде всего. То, что мы видим в кадре, это одна сторона медали. Но у этой медали существует другая сторона. Это очень тяжелый труд. Ежедневный, каждодневный. Ну да, и удача тоже. Но ведь современные технологии позволяют, у нас сейчас новый есть жанр, вы знаете, да, видеоблоги на YouTube. Да. Ровесники ваших детей, которым по 10-15 лет, и некоторым даже по 5-6 лет, начинают вести свои каналы на YouTube. Пожалуйста, каждый ученик может и ваших это начать делать, да? Да. И теперь вопрос в том, сколько его посмотрит потом, да, насколько это интересно и талантливо сделано. Вот, кому это творчество будет важно? Вот вы с детьми уже пробовали делать свои вот такие ютубовские каналы, да? Мы сейчас этим начинаем заниматься. Я считаю, это очень важно, да, потому что, пожалуйста, запиши видео на обычную видеокамеру. Вот даже чтобы транслировать, все-таки нужно посложнее оборудование, да, а там нужно купить веб-камеру более-менее хорошую, там подключить, уметь и так далее. А чтобы записать просто видео, это записал и выложил на YouTube, это очень легко.
Да, и вот наша недавняя стажировка явилась стартовой площадкой для нашего нового направления, такого как видеоблогинг. Я своим участникам сказала, что мы сейчас едем на очередную стажировку в Останкино. Там одной из наших дисциплин, которую мы будем слушать, которую нам будут преподавать, это видеоблогинг. Преподавателем видеоблогинга является достаточно известная видеоблогер Марина МДЖМ. И она научила... Я знаю Катю Клэпс. Катю Клэп я тоже знаю, но там преподает Марина МДЖМ. А Марина МДЖМ не знаю, но посмотрю, потому что вот таких Кати Клэп еще там... Мы летом с детьми работали в детском лагере, поэтому и показывали тоже. Вот, ребята, смотрите. Они говорят, а мы без вас знаем, что они есть. Я говорю, хорошо. Вот ведь это как бы пример для вас, да. Какие там звезды Первого канала? Вот, Катя Клэп. Нет. Ее смотрят в разы больше, чем Познера людей. Да, я прекрасно понимаю, но я сказала, что мы ориентируемся прежде всего на профессионализм, на достаточно высокий уровень мастерства. В основном видеоблогеры, чем мне не нравится видеоблогинг, потому что это все-таки самодеятельное творчество. Люди, чаще всего, которые ведут блоги, это совершенно неподготовленные люди. То есть вот им захотелось что-то сделать, им захотелось поделиться какой-то информацией. Но как только у них появляется аудитория, у них появляется своя команда, потому что это рекламные доходы, и поэтому видно же Катя Клэп, что она не одна, с ней работает куча людей, и приносят бренды на рекламу и так далее, с ней работают режиссеры, там видеоанимации, все что угодно. Вот, то есть, как бы, но все равно я думаю, что самое начало это всегда как некая искра таланта, да, которая видна. А если вот у ребенка пока вот нет таланта, или он не понял, к чему, вот это самое трудное, мне кажется, да, в образовании детском вот таком. Да, потому что не все дети раскрываются сразу. Некоторые дети, когда приходят на кастинг, это уже видно, что ребенок достаточно талантлив, и просто нужно его направить в нужное русло, в нужном направлении, чтобы он занимался теми дисциплинами, которые ему в дальнейшем пригодятся, занимался именно очень у хороших мастеров, профессионалов, которые могут ему передать свои знания, умения, навыки. Ведь работать преподавателем – это тоже достаточно сложно. Нужно быть не только мастером своего дела. Иногда посмотришь, вот талантливый актер или актриса, она не может ничему научить детей, потому что она не может всего этого им передать. А другой ребенок раскрывается через несколько лет. И у меня даже на глазах происходили такие случаи и неоднократно. Когда сначала ребенок вроде бы никаких особых успехов не демонстрирует каких-то особых творческих задатков и так далее. Позанимавшись, например, 2-3 года, он просто раскрывается как бутон цветка. Это происходило неоднократно на моих глазах. Поэтому вот я и говорю, что всему нужно учиться, а будущее покажет, как вы сможете это применить и как вы раскроетесь. Но ваш талант продюсера именно в этом, что как бы детей, вы, во-первых, ведете долго, месяцами, иногда годами, во-вторых, годами. Постоянно им находите новых, ярких каких-то ведущих мастер-классов. Да. И в Москве, и в Перми тоже, да? Да. Или в Перми меньше, пока в Москве больше? Больше в Москве, конечно, потому что, вы знаете, в Перми, к сожалению, телевидение находится в достаточно плачевном состоянии. Ну, так всегда у нас было, Петербург был гораздо сильнее, это понятно, но тем не менее, вот надо задействовать наших местных звезд. Во-первых, это, если они согласятся, им будет приятно, дети могут сходить в реальную телевизионную студию, нашу, там посидеть на кресле ведущего, чего нет. Ну, вы знаете, мы были на Первом канале недавно. Мы были в телевизионном центре Останкино, там, где снимаются программы. Мы присутствовали, мы, например, посетили такую студию, в которой снимается программа «Поле чудес». Нам все показали, все рассказали. Еще на несколько программ заглянули, на такую программу, как, например, «Модный приговор», как раз во время записи этой программы. И мы присутствовали на программе Елены Малышевой «Жить здорово» от и до. То есть мы полностью присутствовали в этот раз в качестве зрителей на записи этой программы. Я понимаю, потому что все-таки детям важно еще ведь элемент экскурсии, да, летят на самолете, гуляют на Красной площади, Останкино и так далее. Это как бы вот еще некий такой импульс, да?
Это повышение мотивации в том числе. Но, с другой стороны, если ребенок из бедной семьи, он же не может себе позволить поучаствовать в такой программе. Видите, если бы только в Перми были занятия, он мог прийти, например, к вам. Я думаю, это дороговато, не для всех. Нет, зря вы так думаете. Цены настолько доступные, демократичные, что это могут себе позволить практически все. Я когда создавала свой продюсерский центр, я его создавала как автономную некоммерческую организацию, как я уже говорила об этом. А доступность вот абсолютно практически 100%. Ну, это я понимаю, все равно как бы работать не на гранты, потому что гранты родители оплачивают это. Вот. Но у вас миссия, я бы сказал, вы собрали очень сложную миссию, избрали. Да, какое да. будет будущее, пока неизвестно. Путешествие детей в Останкино, учеба хорошо. А хотелось бы, чтобы эти дети теперь в Перми начали что-то делать, реальные уже. Да, да. Прямо в эфире кого-то интервьюировать и так далее. Хотя бы, не знаю, в интернете, в эфире, а не только у нас. Угу. Пусть дома ставят себе веб-камеры, транслируют угу. себя в качестве занятий. Почему нет? Угу. У нас сейчас трансляции, вы знаете, есть и на Ютьюбе. Да. Можно поставить приложение и в Твиттере, можно транслировать и в Фейсбуке, можно транслировать свои интервью, да где угодно. Вот. То есть в этом смысле мы живем сейчас в идеальное время, Наталья, для такого да, вида. Да, для такого да. вида ТВ. Да. ТВ это в первую очередь для меня прямой эфир. Для кого-то ТВ это монтированный сюжет, для меня прямой эфир. И человек в кадре, который размышляет о чем-то интересном, важном. Вот. Так меня научили в свое время. Как говорите, классика. Да, это классика, это самые сложные вещи. Но учиться нужно именно на классике. Потому что, когда ты освоил этот жанр, это направление, и ты можешь и умеешь это делать, тебе все остальное просто кажется семечками, цветочками. Ну вот, спасибо вам за такую длинную презентацию и интервью, потому что у нас сейчас есть время. Обычно у нас каждые полчаса новый гость, и сейчас вот для вас целый свободный час. Наталья, успехов вам в поисках этих талантов. Я сам это очень дело люблю, поэтому вас поддерживаю от всего сердца. Спасибо огромное. Посмотрим еще раз фрагмент теперь полностью да, вашего видео, одного из трех видео. Thank you.